Начнем с происшествия. Мощный пожар произошел сегодня в Челябинске. Клубы дыма были видны из самых разных районов города. Происшествие зафиксировали в одном из цехов на бывшей территории челябинского завода ЖБИ. По информации МЧС, горело отработанное масло. Площадь склада, где оно хранилось, 450 квадратных метров. Разлив самого горючего вещества еще 250. Позднее общая площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности. На месте работало 64 человека и 21 единица техники.